Друзья, всем привет! Ну что, я снова приехал на рыбалочку. Закончились, наконец-то, грозы, похолодание. Ну, правда, что-то там опять гремит. Смотрите, тучка. Ну, в общем, как обычно, как ты бережешь, или дождь, или какие-то зацепы на дне. Ну, в общем, рыбалка тем и хороша, что никогда не знаешь, что тебя на ней ждет и что может клюнуть. Поэтому, ребят, смотрите, вот такая вот красота там за мной. Приехал, место свободное, пятница. Думал, будет занято, ну, мне повезло, свободно. Так что, друзья, сейчас раскладываюсь, замешиваю прикормку, выбираю точки ловли. Впереди сутки рыбалки, 24 часа ловли. Вот. Так что, ребят, смотрим. Я думаю, что за сутки мы кого-то трофейного выкормим. Ну что, начинаем. Что ж, друзья, примерно пару слов о моей сегодняшней прикормке. Значит, как я уже сказал, буду рыбачить сутки, но основной упор делаю на завтрашний день. Сегодня так вечером и ночью буду место приваживать. Значит, что сегодня по прикормочке? Сварил я, как обычно, каши, пшено с пшеничкой. Кинул пшена 700 грамм и пшенички тоже 700, но в объеме получилось это все около 5 литров. Сейчас замешаю. И купила, друзья, вот такую вот упаковочку. Правда, порвалась 2,5 килограмма. Посмотрим, как она себя проявит сегодня, потому что ловля будет очень долгая. Поэтому 2,5 килограмма сразу отправляем в миску. Очень крупнофракционная прикормка. Тут я смотрю, и пелец они пожалели, насыпали. Кукурузка. Ну, в общем, всего хватает. Как раз то, что надо для леща. Перебил комочки. Сбегал за водичкой, и можно увлажнять. Первое увлажнение, как обычно, обильное. Прикормка очень крупная, поэтому не страшно. Что, ребят, было по погоде на прошлой неделе? Значит, хотел я вырваться 2 числа на рыбалку, но погода кардинально поменялась, испортилась. Грозы, шквалы, порывистый ветер. Похолодало, ночью было около 13 градусов тепла, днем до 20. Ну, ладно, если бы похолодало, да, так грозы очень сильные были. Вот, потапливало у нас даже некоторые населенные пункты. Вот, да и у нас здесь, в Киеве, тоже улицы затапливало. Так что не было возможности выехать, тем более тут надо по полю ехать около 3 километров. Поэтому я дождался, как только погода чуть-чуть устаканилась, скажем так. И сразу же на рыбалку. Ну, отлично, вроде бы тучку протянула, ту грозовую, которая надвигалась. И поэтому сегодня половим. Теперь добавим такой вот ароматизатор. Ну, производитель рекомендует полпачки на 6 килограмм, так что мне этой пачки хватит на 10 рыбалок, я думаю. Так, купил. Перемешаем это все дело. Немножечко декоративной составляющей. Да, получается такие вот печиво желтенькое, ну что-то типа пастанчина. Решил взять, попробовать. Такие не яркие, красивенькие. Пусть будет. Еще взял с собой, друзья, вот такое вот препарированное зернышко. Это кукуруза с запахом клубнички. Ну, посмотрим, я его в прикормку не буду добавлять, а отдельно в миску. И, получается, буду добавлять типа щепотками, пробками, да. Вот, то есть кукурузка отлично. Я думаю, лечь к ней равнодушен не останется явно. И последний, ребят, на сегодня ингредиент нашей закормочной смеси. Калорийной, питательной для больших деснянских лещей. Это гранулы. 500 грамм сразу высыпаю и верхним слоем перемешиваю. И пусть около 10-15 минут еще постоит, напитается. Все, друзья, корм я сделал, мусор с собой использованный забираю, выбрасываю в мусорку, как обычно. Ну что, сутки рыбалки впереди, ждем, пока напитается, все составляющие дойдут до кондиции, напухнут, все, и будем закармливать нашу точку, мне в надежде поймать что-то хорошенькое. Что ж, друзья, прикормка наша настоялась. Теперь можно производить и стартовый закорм. Щепоточку кукурузки. Кормачок получается отличный. Все, ребят, точки я закормил, удилища в рабочем положении. Будем наслаждаться прекрасным вечерком на реке Десна. Сейчас уже будет солнышко зайдет, сумерки будут спускаться. Вот, и
будем ловить, будем смотреть, что приклюнется. Да, ребят, единственное, что не сказал еще по местам ловли, значит, ближняя дистанция это 25 метров, дальняя дистанция 42 метра. Там нашел перспективное место и там нашел. То есть такие подрагивания, не знаю, ракушка, не ракушка, ну, довольно-таки твердое дно на общем фоне. Я за него решил зацепиться, то есть в поисках бровки не заморачивался. Тут, в принципе, идет как таковой и нету, я тут в прошлом году тоже ловил. Вот поэтому зацепился за твердую структуру дна. Посмотрим, какие плоды это принесет. Вот. Ну а так что? Прекрасный вечерок. Наслаждаемся, ловим. Друзья, была поклевочка. Смотрим, что тут у нас. Опа. Тут у нас, ребята, вот такая густеришка. Ой, какая. Ну, отлично, в садок ее с почином. Ребята, была поклевка. И что-то хорошенькое есть. Сейчас мы посмотрим, кто тут у нас. А, ребята, этот, походу, лещ. Причем хорошенький такой. Ну, я думаю, килограммовый. Может быть, чуть-чуть больше. Ребят, жду не дождусь уже его увидеть. Увидеть его будет не так-то просто, потому что он вот так вот водит. Оба! Смотрите, какой я красавчик. Есть, ребята. А, в подсачек его. Обача. Готовченко, есть. Ну, такой, с килограммчик, наверное. Идемте наверху с ним совладаем. Вот, друзья. Хорошенький почин, неплохо. Продолжаем рыбалку. Друзья, ну что, отличное начало вечера. Лещ сразу так подошел. Ну как сразу, где-то спустя 40 минут получается, да? Вот, так что мне очень понравилось. Хороший такой килограммовик где-то клюнул. Ну что, многообещающее, поэтому не теряем времени. Перенабиваю кормак, перенаживляю парыша и обратно в водичку. Надвигаются, друзья, вот такие вот тучки. Такой, не знаю, грозовой фронт какой-то. Ну, вроде бы относит правее. Посмотрим, как будет дальше. Клев притих пока. Если сейчас не протянет, прикормку, ну, такие вещи, которые могут намокнуть, отношу в машину и сам прячусь. Удилища достаю, ну, мало ли там будет траву нести. Вот, так что, ребят, посмотрим, как будет с погодкой. Первая рыбка после ночного бесклевья. Вот белоглазочка. Очередная поклевочка. Посмотрим, кто у нас на этот раз на крючочке. О, подлещик. Такой неплохой. Берем его. Есть. За нижнюю губу все как положено. О, какой! О, что такое? Друзья, всех с добрым утром. Начало 8 на часах. Потеплело уже, посветало. Вот, ну, я продолжаю рыбалку. Значит, что ночью? Ну, чудо не произошло, как я и предполагал. Ни единой поклевочки. Ни у меня, ни там у мужиков на том берегу, ни у соседей. Там тоже фонарики светились, стояли ребята ночью. Значит, вообще ни одной поклевки. Ну, была надежда, конечно, что какой-то там голодный такой трофейный лещ проплывет где-то мимо моих опарышей. Ну, как я сказал, уже чудо не произошло. Ну, так, в принципе, я и не рассчитывал. То есть... Хотел ночью закормиться, в принципе, я так и делал. Раз в полчаса подавал кормушку на точку. С 5 часов покормил еще свои точки. Вот, ну, это принесло результат. Две рыбки, белоглазка и подлещ. Посмотрим, что будет дальше. Ожидаю леща, но думаю, часиком к 10 он должен будет подойти. Вот, ну, не знаю, что-то еще шнобель заложило, с чем это связано. Вроде тепло ночью было, не знаю, где-то может ветерок сквозанул. Ну, ничего, сейчас потеплеет, будет нормально. В общем, друзья, ловим дальше. Самое интересное все буду показывать. Снова поклевка. Вот у нас там на крючке сопротивляется. Сейчас спустимся пониже. Смотрим, кто там у нас позарился
на трех опарышей. Белоглазка. Вездесущая белоглазка. Да, ребят, в комментариях просили показывать рыбу. Вот такая рыбка, белоглазка. Вот у нее особенность. У нее такой глаз большой. Чем она отличается от синца? Ну, в принципе, глазом, и чешуя у нее покрупнее. А так, очень схожие рыбки. Синец. Синец, белоглазка. Вот, тоже длинный анальный плавник. Ну, такая вот рыбешка. Ну, в садочек ее тут. Ребята, опять есть поклевочка. Кто-то на крючочке. Такой увесистый. Интересно, кто у нас тут такой? Смотри-ка, боевой. Оп. Ага, подлещик. Подсаку его. Вот так вот. Лещик. Нет, ребят, я ошибся, это не подлещик, это белоглазка. Гляньте, какая. Ух, белоглазище какое. Смотрите, друзья, какие коллеги рыболовы есть. Вот, дрейфует, блин. Тогда приходится подсак использовать не по назначению. Что поделать? Культура оставляет желать лучшего. Мы это заберем и выбросим. Опять кто-то позарился на наших опарышей. Сейчас посмотрим, кто там у нас. Не хочет подниматься. О, у нас хорошенький лещик. Подсак его. Вот, ребят, такой. Хорошенький, довольно-таки. Смотрите, друзья, какой топлячок плывет. Такой ночью может пособирать все удилища и поплыть дальше. Так что если ночью идете спать, лучше удилища с воды вынимайте. Это багряная рыбка. Вот, это плавничок забагрил. Ребята, смотрите, какая густера. Просто огромнейшая. Огромнейшая просто. Друзья мои, что хочется сказать. Динамика и клево. Я становлюсь потихонечку доволен. На два удилища уже практически не успеваю работать. Хороший лещик опять попался. Такой килограммовый где-то. За ним еще влетела белоглазочка. Вот. Поэтому, ребят, все отлично. Рыбалочка проходит хорошо. Мне очень нравится. Вот поэтому очередной заброс и очередное ожидание поклевки. Конечно же, друзья, какая летняя рыбалочка обойдется без шашлыка, тем более, когда есть время. Так что сейчас время близится к обеду уже, жарю шашлычок из курочки, пообедаю и буду продолжать рыбалку дальше. Друзья, в общем, самое интересное начинается, когда поставишь то ли камеру на зарядку, то ли отойдешь жарить окорочка. Смотрите, какой красавчик влетел. Ну, наверное, кило 300, может быть, полторашка. Слышу, звонок на стойке звучит. Я подбегаю, смотрю, удилище ходуном ходит. Вот, смотрите, хорошенький. Ну, тогда в садок его продолжаем рыбалку.
Ох, ребята, не судите строго, что не показал вам поимку такого красавца. Ну, вы знаете, кто занимается рыбалкой, как обычно, отойдешь или чай попить, или там по другим каким-то делам, там, не знаю, за дровами, например, и вечно случаются такие самые мощные поклевки и самая такая рыба залетает. Так и вот у меня. Жарил там себе спокойно курицу, камера стоит на зарядке, вторая камера на штативе, мама звонит как раз, и тут тебе получается поклевка и такой хороший лещ, наверное, полторашка. В моем садке теперь. Ну что, тогда, не теряя время. Да, кстати, клюнул он на три опарыша. И с этим самым, с дипчиком, с карамельным. Крючочек стоит 10 номера, гамакацу. А леска 0,14. Леска там самая обычная. Не знаю, там купил какую-то в магазине. Вот. Так что, ребят, не теряем времени. И в надежде поймать еще одного такого. Ребята, вновь хорошее клюнуло что-то. Сейчас посмотрим. Не, один. А, да хорошо, да. Так, без проблем, да. Ну. Вот, друзья, уже и курочка поспела к обеду. Честно говоря, на эмоциях что-то и есть перехотелось. Но ничего, сейчас это все пройдет, эйфория быстро проходит. И можно уже будет пообедать. Ребята, я вам сейчас что-то покажу. В общем, смотрите. Это все. Вот это зачем я сюда ехал, ребята? Это, наверное, 2,5, а то и 2,700. Посмотрите, какой красавчик, а. Суперская рыба. Опять не смог вам показать, ребят, извините. Ну, камера заряжается, ну, что могу поделать? Ну, зато вот предъявляю. Ребята, смотрите, я уже повесил, больше не будет, потому что я вам говорю, сначала полтора, теперь, наверное, 3 влетел. Я, ребят, не знаю, извините, что я, ну, не смог просто физически показать, камера заряжалась, но опять-таки, ну, в общем, сейчас эмоции чуть остынут, я вам все подробно расскажу. В общем, друзья, занимался я там наверху, слышу опять звон на стойке. Я смотрю удилище потихонечку, ну, так как клюет, не знаю, там синец, белоглазка. Я к нему поднимаю и чувствую, что это рыба дня. Я так понял, потому что я его поднял и как в пень вроде бы, знаете, подсек. Катушку не провернуть, так чуть поднял, подержал, потом начал крутить. Он когда тут всплыл, он только 2 раза на глубину еще уходил. Вот, ну, я, конечно, подумал, ну, я знал, что снасть выдержит, но думал, если он сейчас будет тут кувыркаться, то вряд ли. С подсаки он тут выпал, голова подсаки, он в нее еле поместился, кувыркнулся, выпал в воду, я за ним чуть-чуть грязный тут стал. В общем, ребят, ну не обессудьте, что так случилось. Ну, важен же результат, правильно, а результат есть, то есть место сработало, не знаю, возможно, прикормка сработала, там, подача насадки. Ну, в общем, рыбалка – это совокупность вообще факторов, я считаю, да. То есть нельзя говорить, что это заслуга то ли прикормки, то ли места. Это совокупность факторов, и, видите, я за этой рыбой просто, ну, за трофейным, я за ним 4 года уже гоняюсь, и сегодня мне так судьба, десна подарила такой трофейчик. В общем, ребят, ну, что тут скажешь, я счастлив, продолжаю ловлю дальше. Конечно, уже можно собираться ехать, ну, я сейчас половлю, потом вам в конце покажу улов, что-то возьму себе, что-то выпущу и поеду домой. Так что, ребят, продолжаем рыбалку. Ребята, вот этот уже никуда не денется. Этого я вам покажу. Угу. Ничего себе, тоже неплохо. Сопротивление дает. Сколько там, интересно? Я думаю, 300 кило. Цак его, друзья. Ничего, хай погуляет. Не надо форсировать. Пусть он там потратит силы. Не надо его под цаком ловить. Бойкий такой. Мы его сейчас тихонечко заведем. И все. Вот так вот. Друзья, ну что, под финалочку еще один
хорошенький такой, хорошенький, чувствую. Такой, наверное, 200 кило. Ребят, ну что, вот моя очередная рыбалка позади, сутки на реке, почти сутки ловли. И вот, ну, то, что он еще не клевал, ничего страшного, зато днем я так уже душу отвел, просто недели на две вперед, наверное. Вот, ну что, пошлите смотреть наш улов, кое-что возьмем себе, а остальное будем отпускать. Давайте глянем, что у нас там сегодня наловилось. Сейчас, ребят, сходим наверх, а потом будем отпускать рыбу. Вот, друзья, это все, что удалось нам сегодня поймать. Так что по правилам рыболовным 3 килограмма плюс трофей. Ну, я думаю, этот лещ на трофей потянет. Ну, еще 3 штучки, хотя тут 3 не будет. 2 штучки возьму с собой. Так что остальное идем отпускать. Так, ребят, остальную отпускаем. О, зачетный подлещик. Это маленькие козлики. Я так брал. Все, друзья, сушим садок и едем домой. Это взяли с собой 3 рыбы плюс трофей. И остальное отпустили. Все. Все, друзья, я собрался. Сейчас буду выезжать. Ребят, всем спасибо за просмотры. Спасибо, что уделили время. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Возможно, указывайте на какие-то мои ошибки. Ну, в комментариях буду рад почитать, что надо где-то, может, дополнить, исправить. В следующий раз хочу выбраться в устье Десны половить, там, где Десна встречается с Днепром. Ну, посмотрим, как это получится, там, по планам, по времени. Но я очень буду стараться. Вот. В общем, еще раз всем спасибо за просмотры и до встречи на новых рыбалках.